малосольная скумбрия за 2 часа. 2 часа и можно употреблять. У меня одна штучка весом 500 грамм. Почистить, распотрошить, порезать, привести в порядок. Нарезаю примерно на 2 сантиметра и складываю в емкость. Туда же лук. Я еще зеленый лук добавлю. Лимоны можно не добавлять, но я хочу добавить. Чеснок также не обязательно добавлять, но я хочу. Перец, горошек, лавровый лист и кориандр. 1 столовую ложку соли. Чайную ложку без горки сахара. 10-15 грамм кипяченой воды, чтобы специи разошлись. 2 столовые ложки подсолнечного масла. Все это хорошенечко перемешиваем, накрываем крышкой, оставляем на столе на 2 часа. В течение 2 часов приходим и периодически калашматим, чтобы все равномерно у нас просолилось. Малосольная, да безумие ароматная, если постоит, будет еще более ароматная и более насыщенная. Ставим в холодильник, если не съедим.